кажется, встречались где-то. Наверняка. Она улыбается всем, нет, только тебе. Но как-то не взаправду и очень издалека. Скорее бы уж полночь, и вот закрыт ресторан. Домой от табачного смрада и винных луж. Сегодня ее опять провожал капитан. По-моему, она врет, он ей совсем не муж. А дома счет за газ и за свет, и не кормленный кот. Ей 27 лет, она еще не дурна. И ее вина, что все время с кем-то и все время одна. И маленький столик, и прожженный диван, он заходил вчера. Но был здорово пьян, он снова тянет время, кончается год. Еще пару лет, и никто не возьмет. Ах, вреде, вреде. Мы, кажется, встречались где-то, наверняка. Она улыбается всем, нет, только тебе. Но как-то не взаправду и очень издалека. Ее утро, наш вечер, на метро пятак, это ей работа. А людям кабак, и снова блестки, и снова грим. Для ста красивых женщин и нарядных мужчин. А ближе к ночи и эти, и те станут друг друга искать в темноте. Но выпито вино, бокал пустой, он снова перепутал и ушел с другой. И она ждала другого, но отправилась с ним. Быть может, потому что темно или дым, а утром ошибка, конечно, всплывет. Ему станет неловко. Она уйдет, но завтра, быть может, их ждет успех. Наша вреде открыта для всех. Ах, вреде вы!